Всем привет, с вами Прия. Свершилось чудо. Наконец-то Blizzard анонсировали дату выхода рейда, битву за Дазар Алор. Собственно, говорили о том, что выйдет оно в обновлении 8.1.5. Случится это после новогодних праздников, после рождественских праздников. И люди спокойно, чтобы могли отдохнуть, заняться своими делами какими-либо и получить просто-напросто отдых перед стартом нового контента. Так вот, этот отдых можно будет прекрасно спокойно ощутить и никуда особо не торопиться, и хотя бы можно строить свои дальнейшие планы на какие-либо отъезды и что-либо прочее. Ближе к делу. Собственно, новый рейд выходит 23 января. То есть получается, ну, за относительно неплохое такое количество недель дали анонс. Не за 2, не за 3, за 1,5 месяца. Весьма неплохо. Ждем рейд. Конечно же, будут стримы освоения. Надеюсь на это. Приходите, будет весело. Ссылочки абсолютно все в описании кликабельны, абсолютно все интересны. Подписывайтесь, чатитесь с другом. Всех вам благ, счастья, здоровья. До скорого. И не забывайте участвовать в розыгрыше ВК-группы. Это самое главное.